Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Half-Life Alyx. И, друзья, как вы помните, мы забрались в самую жопу, так сказать. В очень мерзкое местечко. Нам предстоит через него пробираться. Чем мы с вами сейчас и займемся, но сперва давай убедимся в том, что мы ничего здесь не упустили. Хотя, чего здесь упустишь-то? Кроме мерзости. Так, секундочку, я должен проверить, шлем правильно ли сидит. От того, насколько правильно сидит шлем, зависит ваша картинка, между прочим, поэтому это очень-очень важно. Ладно, поехали. Так. Так, ну давай эту сюда. А, так, хорошо. Я приноровился. Назад. Хорошо. Какая гадость. Так, две аптечки у нас есть, если что. Так что мы упакованы по полной. Ну, это что, барнакл, что ли, висит? Хе-хе. Я бы тебя покормил, но это мне пригодится в будущем. Куда больше. Так-так. Хороший номер, между прочим. Опачки. Это я заберу, пожалуй. Блин, я бы улег сейчас в эту кроватку. Она выглядит очень уютно. Опачки. А сколько у нас малый? Десяточка, да? Неплохо. О, пивасик. Что за пивасик? О, это то самое. Красное пиво. Блин. Даже стакашка есть. Ну-ка. Может, мы как-нибудь все-таки это самое... Ну-ка, давай, аккуратненько вот так. Вот аккуратненько. Да твою же мать, дайте пиво-то попить уже, а! Ах. Ужасная игра. Не дает мне пиво попить. Мне аж сухо стало во рту. Че? А, подожди ты. А нам сюда, что ли? Хрена себе. А погодка-то ничего так. Не, это точно не Питер. В Питере такой погоды не бывает. Не, ну может и бывает. Я был один раз в Питере. Я умудрился простудиться и обгореть в один день. Больше я туда не вернусь. Спасибо, мне больше не хочется как-то. Но город красивый, очень, очень красивый. На самом деле, один из самых красивых городов, в которых я был. Опачки. Отлично. Так, а что у нас с патронами? Здесь заряжено все, да? Да, а вот здесь вот нет. После Boneworks вот прям не могу, вот прям хочется магазин вытащить. Вручную, в смысле. Так, пойдем со мной. Ты пожалеешь, но тебе понравится. Так, стопы, а нам туда. Нам больше, собственно, и некуда идти. Ладно, пошли.
Японом, мама. Утром меня повесят на рассвете дня. И моя родимая не увидит меня. Ставь лайк, если знаешь, откуда песенка. Пацаны, лови! Оу! Я смотрю, вам понравилось. Обращайтесь, у меня еще есть. Что такое, не знаешь, откуда песенка? Дам подсказку. Мужская солидарность. Опа. Вылазь из ванны. Мне в туалет надо. Ладно, хрен с тобой. Твою мать. Пардоньте. Немножко читерство. Забыл активировать. Не, ну я же сказал, мне в туалет надо. Он даже смыл за собой. А чего вы здесь вдвоем делали, простите? Мужик, вы чем тут занимались-то, а? Ладно. Да окей, окей, окей. Ладно. Не дает мне сходить нормально в туалет. О, зато туалетная бумага есть. На. Тебе пригодится, судя по всему. Так, где я? Кто я? Почему я здесь? Мне сюда. Поехали. Это я проверял? Да, это я проверял. Вот это не проверял. Пацаны, а что, патронов нет? А что вы такие грустные? Это самое. Остуди свое это самое. Ну ты понял. Здорово. Ну, спасибо, блин. Говно. Шесть. Сгодится. Утром меня повесят на рассвете дня, и моя родимая не увидит меня. Так, дай-ка я это встану как-нибудь вот так, чтобы не задевать постоянно. 401. Пардоньте. А, нам туда, походу. Позвольте мне донести вас, ваш багаж. Собака.
заперто. Милота. Да куда ты все... А, ручки нет. Ладно, давай хотя бы так сделаю, что ли. Серьезно? Не. Ну как так, Valve? Это же самое важное. Знак не беспокоить должен вешаться на все что угодно. Так, смолы у нас не густо. Хорошо. Ну, хорошего в этом мало, конечно. О! Можно в туалет нормально сходить. Господи. Розовая ванна. Подумать только. Блин, воды нет. Что ж ты будешь делать? Как мыться в этом мире? Шампунь. Будем считать, что я умылся. Так. Ребятки, вы извините, если что. Стоп, где? Что? Подожди. Я потерялся. Ага. Ага. О, хорошо. Ух. Знаете, записывать VR, между прочим, тяжело. Это уже третья серия за день. Ой, хорошо, ладно. Блин, а как он смыл воду, если воды нет? Не понял. Если вам кажется, что я шучу, попробуйте максимально мало двигать шеи в течение часа три раза в день, точнее четыре. И вы поймете, что это ни хрена не смешно. Да твою же мать. А, гребаная дверь. Так, во что я опять упираюсь? Ага, хорошо. Это что? Это провод. Тут по-любому что-то было. Зараза. Кстати, знаете, что я заметил? Я вот до этого ругался на Boneworks, что, мол, у него есть туловище. И вот как-то в Half-Life Alyx я вот сейчас вот ощущаю, что у нас туловища как такового нет, но... Вот, вот видите, вот такие моменты. Как бы туловища нет, но коллизия присутствует, и вот такие вот неприятные ситуации происходят. А, это можно было избежать, просто избавившись вообще от физики тела. Как в кое-какой другой игре, которую, может быть, я вам покажу, если вам будет интересно. Так что ставьте лайк, пишите комментарий, если хотите еще VR-игр. Потому что у меня они есть. Даже много, я бы сказал. Я прям закупился. О, что взорвалось-то? Мне прям повезло. Не коцнуло. Так, лифт туда. Здесь что, заперто? Supplies. Заперто, заперто. Окей, ладно, пошли. Да что дергается так? Ага. Милота. Просто прелесть. Здрасте. Сколько ядовитых крабов. Надо от них избавиться. Оу. А барнаклы-то полезные, оказываются, периодически. Так, аккуратно. Один есть. Четыре. А, в смысле? Еще один?
Капец их там. Доброе утро. Как спалось? Вау! Ты сдох? Надеюсь, что да. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Окей. Блин, как жалко, что ничего не открывается в этой игре, а? Освежителем воздуха бы побрызгать не помешало. Так. Ладненько, идем дальше. Так, тут одни барнаклы, а тут что? Ага. А тут диван. Окей. Главная проблема записи VR. Пытаться не убиться обо что-нибудь. Ну что вы за существа такие, а? Гадость. Так, ну куда их сюда? Так, давай не будем играть в это. Кто первый взял, того и тапки. Давай. Давай. Спасибо. Еще уговаривать приходится. Ты посмотри на них. О, шлем! Моя каска. В смысле? О. Для тех, кто не понял, каска защищает от барнакла. Один раз. Один. Но жизненно важный. Так, пойдем посмотрим, что снизу. А снизу заперто. Но здесь есть смола. Отлично. Больше ничего нет? Вроде нет. Хорошо. Знаете что, ребят, дайте одну вещь попробую. Я думаю, вы не против будете. Мы немножко поэкспериментируем, так сказать. Сейчас. Ладно, неважно. Так, игра. Вот это давай попробуем. Мне кажется, это будет интересно. Смотри. Ага. То есть, куда рука направлена, туда и движение. Так. Ага. Не то, чтобы это на что-то повлияет, но это интересный опыт. Побежали, как крысы с корабля. Чё? А что? Да, спасибо, игра. Я и так знаю, как это делать. Я просто осматриваюсь. Не хватает прыжков. Чё слово? Так, нам явно наверх, но давай мы здесь все сначала соберем. О. Оу. Господи, куда девать эти аптечки? Уже не лезет никуда. Так, давай сюда. Чувак, лови. Тебе пригодится. Еще одна аптечка. Да что ж ты будешь делать-то? Жесть. Че, тебе вантус не понравился? Ети ты привередливый. На. Блин, перекинул, извини. Приятного, ублюдок. Так, где я? Отлично. Ребят, простите, что я все время проверяю, где я боюсь удариться, потому что у меня у стола очень большой выступ вот здесь вот. Примерно. И я могу очень сильно повредить руку и разбить контроллер. Поэтому я все время сверяюсь с пространством. А то мне кто-то писал, мол, может, выключишь вебку и сможешь крутиться.
Это как бы немножко не связанные вещи. Окей. Заперто. Дело не в вебке. Дело в том, что я боюсь удариться сильно. Повредить себе что-нибудь. Тебя можно снять, а? Нет. Ах, как тебя отключить, да? Интересно. Может, просмотрим что-нибудь здесь? Нюп. Ха! Есть идеи. Не, ну тут точно заперто. Я что-то ничего комбайновского даже и не видел по пути сюда. Так, братан, ничего личного. Просто меня бесишь. Ну тут тоже заперто, скорее всего. Так, смотри. Вот там есть лестница, позволяющая подняться на этот этаж. Мне кажется, нам нужно спуститься вниз и попробовать использовать лифт каким-то образом. Не на этом этаже явно. Судя по всему, этажом ниже где-то. А, видимо, нам самый низ надо. Угу. Стопудняк. Да стойте вы на месте. Плохо. Прям реально нехорошо. Блин, они как будто бы бесконечные тут. Ну-ка дай-ка вот так сделаю. Че? Активировать автозагрузчик. Ну. Так, ладно, спокуха. Эти ребята очень неприятные. С ними лучше не шутить. Твою мать. Где я? Ага. Хорошо, пошли отсюда. Окей. Оу! Сквозь стену, эй! Сволочи. Оу. Плохо дело. Патронов не густо. Так. Что это такое? Так, ладно. Так, здесь есть граната. Мы ее воспользуемся на выходе отсюда. Еще одна аптечка. Алекс, это твой счастливый день. Эти комбайновые оружия unbonded. Как ты уверен? Это еще в кейсе. Они никогда не оставляют их в кейсе. Nice. I didn't even need to edit your genetic code. I know. You would have loved that.
That's okay. There'll be a next time. Так, у нас появилась следующая пушка. 30 патронов. Отлично. Просто супер. День добрый. Ща, ребятки, подождите. У меня есть идея получше. Где граната? Прикинь, зацепило даже. Ладненько. Хорош. О, для автомата. Магазины. Отлично. Неплохо. Что такое, больно было? Понимаю. Так. Вот и аптечка пригодилась. Супер, на самом деле. Оу. Найс. Тут неплохо так. Смолы 17. Не густо. Пропустят, походу, да? Окей. Блин, а жаль. Я думал, я тут пройду. Блин, с рукой удобнее, но хаотичнее немного. Так, ну давай затестим. Слабенько что-то. Да, слабенько. Пистолет получше будет. Поехали. Давай быстрее выбираться отсюда. Нам здесь явно не рады. Хорош. Так. Ага. Стоп, я же здесь был. А почему дверь открылась? Может, все двери открылись теперь? Как вариант. Ладно, пошли. Здорово. Да хорош тебе, ну. Давай. Заколебешь, а то, а? Держите, уроды. Так, где я? Угу. Так, ну здесь все еще закрыто. И сверху все еще закрыто. В смысле? Подожди, а как мне туда попасть-то?
Я что-то не понимаю. Или мне не сюда вообще? Ну-ка, давай проверим. Да вроде ничего не поменялось. Что, простите? Я что-то упустил? Увлекся? Прощелкал? Пролюбил? Ладно, пойдем назад. Я же отсюда пришел, да? Я ведь прав? Мне же не кажется. Ну да, я вроде отсюда и пришел. Да, все правильно. Так, ну, лифтовая шахта открыта. Наверх мне никак не подняться. Ой, я вниз упал. Блин, а может мне там нужно пролезть? Не, ну за это я схватиться не могу. Оу. Ну ладно, давай проверим эту теорию. Давай вот так вот возьмем. Ну вряд ли я туда пролезу. Да не, это глупость. Ладно, пойдем там посмотрим еще что-нибудь. Может, я что-то упустил реально. Может, мне сюда? Да нет. Подожди, что-то я упускаю. Но что? Что я упускаю? А, точняк. Мужик, подвинься. Давай. Давай, подвинься. Давай. Да давай же, ну. О, черт. Отлично, блин. Надеюсь, это было правильное решение. Так, здесь есть рычаг какой-то, нет? А можно свет обратно, пожалуйста? Ясно. Я вас понял, хорошо. Это очень классная идея. Очень классная, да. Вот почему я хотел поставить, типа, на движение клавиши, точнее, руки. Потому что теперь ориентироваться чутка проще. Да твою мать. О, черт. Серьезно? А, нормально. 6 патронов есть. Так, давай быстрее отсюда выбираться. У нас времени мало. О, твою мать! Отлично, это еще и последний магазин. Супер. А, нет, нет. А, да ладно, вон пустой. Быстрее, 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 быстрее. Я хочу отсюда выбраться, нахрен, спасибо. Так, да, последний магазин. Придется пользоваться автоматом. А, что ты сделала сейчас? Да наверх, давай, ты что творишь-то? Сумасшедшая, что ли? Супер, блин. Ладно, пошли. Спокуха. А! Хорош. Нормально. Давай быстрее. У нас мало времени, сэр. Ага. Хорошо. Текаем. Автомат очень слабенький.
Это больше похоже на пистолет какой-то. Хорош. Да. О, черт! Твою мать! Твою мать! Да вы что, издеваетесь, что ли? Фух. Подлечился, блин. Твою ж мать, сколько их там. А где хилка? Черт, куда она упала? А, черт, 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 черт. Куда упала хилка? Хорош. Твою! Алекс! Что? А-а-а, гребаные телепорты. Короче, как вы поняли, по непонятной причине телепорт косякнул, я упал в пропасть и умер. Вот это отличный пример того, почему телепорты в этой игре при наличии другого типа передвижения говно. Потому что они хуже работают, чем обычное перемещение. Я не то чтобы жалуюсь, но лучше бы они как-то по-другому это все дело реализовали. Ладно, погнали, у нас мало времени. Давай бегом прям. Бегом, бегом, бегом. Вам с дробовиком, чтобы времени не терять. Ах. Вот сейчас это прям немножко неприятно было. Ну, как сказать, немножко неприятно. Очень неприятно. Так. Чем быстрее доберемся, тем меньше придется геморроиться. Так. Хорош. Дай сюда. Хорош. Бегом, 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 бегом. Не тратим время зря. Чем быстрее доберемся, тем лучше. Впритык урон самый большой. Хорош. Окей. Блин, а у меня полное хп было. Оу, щит. Два патрона, ладно. Теперь автомат. Все. Теперь нормально. Игра, можно больше меня не убивать? Спасибо. Не, это можно списать на криворукость, я не спорю, но все же. Лучше бы реализовали все это без телепортов вообще. Раз уж вообще можно их не использовать большую часть времени, лучше бы сделали прыжок. Дерьмо, а? Это же неприятные существа. О-оу. О-оу. Окей, Хьюстон, у нас проблема. Лады. Едем дальше. Оу-оу-оу. Я забыл, что я перчаткой управляю. Братан, ты будешь жить. Я тебя не пожертвую. Я справлюсь без этой жертвы. Так, где я? Меня опять развернуло немножко, но это не страшно. Так. Окей, это было неприятно. Крайне неприятно, я бы сказал.
Combine shield doors are effective to make them... Не, твою мать. Опять эта макака, походу, дела. Че, в бильярд, ребят? Можно сыграть. Да, она здесь. О, их две, отлично вообще. Просто супер. Аки есть? Шары есть, аки есть. Блин. Стоп, это белый. Так вот. Не хватает шаров. А, белый укатился, стол покосило. Блин, шаров не хватает, ребятки. Как так-то? И кия нет. Отстой. Плохо дело. Я бы поиграл, кстати. С удовольствием. Так, ладно. А, вы друг друга заменяете. Хорошо. Ну, поехали. Угу, батарейка нужна. Ладно, макаки, я иду. Оу. Отлично, тут заперто. Да что за... Оу. Да что такое? Теряет сигнал как будто бы. Да что происходит-то? Да в смысле? Ой, да идите в жопу, ты прям примагнитился. Ну что, первая проигранная головоломка, с кем не бывает. Да что такое? Почему ты его роняешь-то? Ау, они атакуют прямо эту точку. Ты посмотри на них. Ну, давайте сдриснули. Жесть. Фух. Так, а тут все еще заперто, придется спрыгивать. Поехали.
Твою мать, они убежали, да? Собаки. Я не хочу туда прыгать. Так-то. Его перезаряжать даже нельзя. Заранее, типа. Ублюдок, мать твою. Твою мать, только не это. О, черт. Твою бога душу. Давай, ублюдок. А, черт. Алекс? Читер, блин, поганый. Взял меня, сквозь стену убил. Нет, ну вы это видели? Вы это видели? А, ладно. Так, игра. Все, передвижение, скольжение поставил обратно. Ибо в топку. Передвижение при помощи руки. Дезориентация полная. Так, что по патронам? Это можно перезарядить? Блин, не могу. Ладно, поехали так. Ну серьезно, сквозь стену. Что это было, блин? Падла. Вернись! Ой, черт. Про тебя-то я и забыл. Так, ладно. Сейчас я вам устрою, ублюдки. Иди сюда. А, твою мать, только не это. Ладно. Ладно, ладно. О, черт. А, твою мать. Черт. Чтоб тебя, мразь. Думаешь, ты меня поимеешь? Это я тебя поимею, падла. Сдохла? Собака. Конечно, ты не последняя. Чтоб тебя. Так, ты где, собака? Я тебя догоню, мразь. А, черт. Серьезно, две сразу?
Да вставь ты его туда. А, черт. Твою богодушу! Да перезаряди ты. Черт, 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 да что ты будешь делать? У-ху-ху! Вот это экшонище! Так, 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 давай. Да что ты их роняешь-то, вставляй. Это тоже бери. Так, заряжай. Пистолет. Магазин. Так, хорошо. Давай, падла, вылазь. Сдохла? Похоже, что да. Нет! Вот теперь сдохла. Где ты, мразь? Иди сюда. Да ладно! Вот говно. Чёрт! Вот мразь. Чёрт, чёрт, чёрт! Стой, падла! Yeah, this one was kind of rough. You're all right, though, right? Yeah, Russ. I'm good. Well, we've got to get you out of here and up to the roof. I'm working on it. Да идите в жопу, а? Капец. Срань господня. Ладно, хорошо, хоть хилки есть. Обалдеть. Ух, простите за тряску. Здесь было сложно держать себя ровно, так сказать. Ух, мать, вот это было экшонище. На самом деле, если бы мы пользовались телепортами, было бы попроще, мне кажется. Можно было бы читерить, так сказать. Ух, жесть. Ух, я прям вспотел. Экшово. Это было очень экшово. Так, есть магазины, что-нибудь, аптечки. Ага, сгодится. Так, это я заюзал. Тут что? Ты просто током, что ли, бьешься? Так, а где еще одна капсула-то? Ух, дезориентация вообще в пространстве знатная. Эту я заюзал. А, еще одна здесь. А где еще одна? А что мы делаем таким образом? Я не понял. Так, а где еще одну потеряли-то? Я что-то упустил. Погодите. Три же было, макаки эти. Чертова, а где я еще одну убил? У меня такая дезориентация сейчас в этом месте неприятнейшем. Оп. Магазин. Одну застрелил здесь. А, дверь открылась, хорошо. Не, подожди. А, я понял, окей. Это та дверь, где мы брали гранату. Точнее, не гранату, а магазин. Хорошо, а где еще одна-то, блин?
Еще одного где-то тут убил уже, правильно? Оп. Оп, это я возьму. Она убегала. Куда-то. Куда она убегала-то? В дырку какую-то. Вот сюда буквально куда-то она убегала, я ее расстрелял. Да? Нет? Что за фигня? Должна же быть еще одна. Меня же не глючит. Или меня глючит? Это может быть побочное действие VR-шлема? Может, я схожу с ума? Может, на самом деле... У меня нет VR-шлема, и я просто чокнулся и говорю сам с собой. А, может, у меня нет канала на Ютубе? Я просто абсолютно съехал с катушек. Слушай, ты там внутри, что ли, она застряла? Хрен тебя поймешь. Такое ощущение, что у него внутри эта штуковина. А, ладно, я думаю, мы можем взять одну. А, не можем. По крайней мере, эту. Может, эту? А, отлично. Круто. А, Хьюстон, у нас проблема. То есть, мне нужна еще одна такая электрофигня. Так, ну я могу сверху ее забрать, наверное, выдернуть просто. Закрыть эту дверь. Чисто гипотетически, да? Мне вот сюда она нужна будет. Оп. А, может, с одной из них не упала эта хреновина вообще? Как вам такой вариант? Так, нужен еще один провод. Он ведет... Стоп. Сюда. Мне как будто бы еще один нужен. Заряд. А где он? Может, прямо у двери? Ну вот, провод идет один сюда. А, один туда куда-то. Так, стоп. Куда-то сюда. Так. Окей, у нас проблемка. Зря я сюда спрыгнул. Я отсюда теперь... Ну, вообще-то я выберусь. Но я не понял, куда нам еще один заряд надо вставить. Не сюда ли случаем? Может, сюда, кстати говоря. Синий провод. Похоже на то. Ох, жесть. Эти макаки просто реально вынесли мозг сейчас. Это было по-настоящему сложно. В VR-игре, прикинь, что-то сложно бывает, а? Вот это да. Дожили. Так. Да, похоже, все правильно теперь. Да? Еее. Фух, блин. Туда можно попасть, не? А мы тут были? Мы тут были, наверное. Да, мы отсюда пришли, скорее всего. Ух, мать. Уж простите, ребят. Это было реально непросто. Да, патронов ушло просто бесконечное количество. Окей. Пока все тихо, спокойно.
Да в смысле? Что-то они немножко прям агрессивными стали, эти головоломки. А чтоб ты... Они теперь самонаводятся, короче. Реально самонаводятся. Я думал, сначала мне показалось. Нет, не показалось. Они реально активно наводятся на твою синюю метку. Да вы издеваетесь, что ли? Серьезно? То есть... Ну, там, походу, охранник стоит. Фух, это стало сложнее. Прям значительно. Так, братюнь. Ладно, лежи здесь. Я справлюсь без тебя. Хотя ты бы мне пригодился. Ладно, поехали. А, это не охранник, мне показалось. Интересно. Так, ладненько, надо разобраться в этой схеме. I don't see any way to disconnect the cables in here. Стоп. Окей. There you go. Так. Отлично. Great. Now go inside and deactivate the power source. А, легко сказать. Оу. Good grief, it's a photocard. Братан, ты как? You're free now. It's okay. Your friend sent me. Lee, Alex Vance.
What are they doing to you here? What they do to us all. The Combine drained from us the power they use to protect their weapon. There. We are ripped from ourselves. We have to stop them from killing your friends. The Vortigaunt will extract ourselves and exact our own vengeance. You must go to the weapon. Well, I can't get into the vault if the substations are still online. Do not worry, Alex Vance. They will not be. We will not allow it. I will clear the path. Our paths diverge. But remember, there is no distance between us. We are coterminous. Thanks. Good luck. Ты очень классный, бро. Блин, какие они клевые. Так, ну что, поехали. We're putting a lot of trust in that Vortigaunt to shut down all the substations. I trust him. Yes, me too. Because if he doesn't, well, that vault isn't going anywhere, and we'll be standing there with no vault to break into, surrounded by Combine. Russ, trusting him is our only plan here. He'll do this. We can do this. Yes, you're right. He'll be fine. We're all going to be fine. Отличный настрой. Так, где я? Угу. Конечно. Твою мать. Сдохни, падла. А чё, неплохо. А чё?
Так, где я еще убил? Здесь. Что такое? Наручник какой-то просто. Точнее, наруч. Окей. Ладно, жить будем. Жесть. Нужны патроны для дробовика, срочно. Так, аптечка. Ага. 20 смолы у нас есть. Малыш, прости. А что прости? Я тебя здесь оставлю. Не прощай меня. Ты будешь жить. Потому что я добрый сегодня. А, 21 смолы. Ну давай. А, в смысле? А, ты не активный, что ли? Окей, понял. Оу. Подожди. Ауч. Ладно, ничего страшного. Не переживай, я тебя не заюзаю. Так, где я? Угу. Лиматорный прицел, лазерный прицел, увеличение магазина. Говно. Отдай. Для пистолета что есть? Лазерный прицел, понятно. Дробовик. Понятно. Ничего не возьму. Ладно, давай возьмем лазерный прицел. Может пригодится. Точнее, оптический. Коллиматорный, имею в виду. Что-то мне подсказывает, что я пожалею. Потому что если он будет такой же, как на пистолете, то это говно. Зашибись. Что это за хрень? О, господи, как это неудобно. Он еще плохо сбалансирован, вот в чем проблема. То есть, мне вот так вот надо держать пушку, чтобы целиться, хотя изначально надо было держать вот так. Немножко бредово. О, ладно, пошли. Оу! Это я возьму. Не нравятся мне здесь прицелы от слова совсем. Особенно после Boneworks. Да любой, на самом деле, VR-игры с оружием.
Ужасные прицелы. Надеюсь, нам сюда? Изначально. Мало ли. Похоже. Отлично. О, черт! Ладно, зря я ругался на этот прицел, он действительно удобный. Отлично, последний. Hello. Лошара. Есть что? Ну, ничего у вас нету вечно. Пойдем там посмотрим. Ясненько. Что я сейчас задел? О, черт, я потерялся. Ага. Ох, ребятки. Это был тяжелый день. Я бы сказал, даже трудный. Но мы справились. Несмотря ни на что. Так что, хорошего вам настроения. О, а это мне пригодится. В общем, давайте здесь тормознем. И продолжим уже в следующий раз. Как и прежде, лучший способ поддержки канала — это лайк, подписка и комментарий. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока.